Дорогой друг, если ты являешься музыкальным служителем, если ты думаешь стать музыкальным служителем, если ты совершаешь это служение уже на протяжении нескольких лет, и ты хочешь развиваться дальше, ты готов, чтобы Бог работал в твоем сердце дальше, если ты готов к изменениям в твоей жизни, если ты готов к творческому росту, если ты готов к расширению пределов и возрастанию верности и поклонения Богу, хочу тебя пригласить на музыкальное событие, которое состоится в мае 2017 года, 12-13 числа в городе Киеве. На этой конференции будут подниматься вопросы, такие как качество музыкального служения, как усовершенствовать музыкальное служение, как развивать хоровое служение, духовная подготовка к музыкальному служению, взаимодействие в команде, в группе прославления, многое другое будет говориться на этой конференции. Интересные спикеры, которые раскроют историю музыкального служения и как эта история повлияла на ход церковного служения. Они будут говорить о том, что дает музыкальное служение для поместной церкви и какую роль оно играет в музыкальном развитии. Служение, творчество, миссия, поклонение и богослужение – это основные темы, которые будут озвучены на музыкальной конференции 12-13 мая. Так как этот год – год реформации, мы также будем рассматривать в качестве одного из лидеров реформации – Мартина Лютера. Мы ждем тебя на этой конференции и надеемся, что в совместном поклонении Богу мы еще лучше узнаем, что Бог хочет от нас, как от музыкальных служителей в наше время, в которое мы живем. 12-13 мая.